Всем привет, друзья, вы на канале Perfection. Сегодня у нас продолжается рубрика эффективных финтов от футболистов. И на очереди у нас молодой, талантливый француз Килиан Мбаппе. Думаю, все вы следите за его игрой на чемпионате. И надеюсь, что точно бы хотели научиться его легким и прекрасным финтам. Давайте быстренько подписывайтесь на канал, если хотите больше полезных роликов. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать их. Ну и еще небольшая просьба, друзья, оцените этот ролик по шкале от 1 до 10 в комментариях. Ну а мы приступаем к финтам. И первым финтом у нас резкий уход Килиана, который он разбавляет ножницами, что придает этому финту максимальную эффективность. Шагом прокатывая мяч в сторону, делаем вращение вокруг него. Далее сразу же делаем ножницы и уходим в противоположную сторону. Заметьте, финт должен исполняться максимально быстро. Вторым у нас очень прикольный заброс мяча между ног, которым Мбаппе очень часто пользуется. Шаг первый. Прикрываем корпусом видно мяч сопернику и подбиваем его чуть вперед. Вторым шагом, как только заметите, что защитник начинает вас сильно толкать, резко прижимаем мяч сверху в небольшом прыжке с разворотом на 160 градусов, прокатываем его между ног соперника и быстро ускоряемся. На этом эти два эффективных финта подошли к концу. Надеюсь, они были вам в новинку. И если это так, то оставляйте свой лайк внизу. И обязательно, прям обязательно напишите в комментариях, какому следующему футболисту сделать подобное обучение. Подписываемся на канал. Вы были на канале Perfection. Всем пока. Bitch, if we fucking, I ain't taking off my socks. Even when I'm cooling, man, a nigga catch a shot. Get shot down, get locked down.